Ни диплома, ни занятий, ни преподавателей. Студенты столичного университета Астана подали жалобу в Минобразование и науки на свой вуз. По словам учащихся в Альма-Матер, нет никаких условий подготовки дипломных работ, а те, кто хочет перевестись в другой вуз, не может забрать документы. В Минобразовании на жалобу отреагировали. Сегодня делегация МОН нагрянула в университет с внезапной проверкой. Но руководители учебного заведения на месте встретить так и не удалось. И теперь, если нарушения выявят, вузу грозит штраф. И вдобавок он может временно лишиться лицензии, а может и вовсе перестанет работать. Мы получили такой ответ, что исполняющей обязанности нету, но проректор не хочет выйти на работу. Вот такой мы ответ получили. Теперь Министерство, Комитет по обеспечению качества, согласно действующим законодательствам, если не будет предоставлять необходимые документы, нами будет составлен протокол в административном правонарушении. Учебный процесс полностью восстановится с 10 сентября. Сейчас в связи с пандемией у нас многие преподаватели заболели, один скончался. Сейчас преподаватели выздоравливают. Да, из-за пандемии мы не смогли пройти аккредитацию, но прошли ее с 11 по 13 августа. С 28 августа мы уже выдаем дипломы.